Эй, всем привет, ребята, с вами Геймер, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Дарку. Дарку, не знаю, какой-то дар, какому-то ку подарили, видать, дар, и... Спущу его будет потерять. А какой прогресс? Вы о чем? У меня ж нет, мне даже продолжить нет. Ну, типа, да. Не знаю, написала, что можно начать новую игру, только стерев старую. А какая старая, если я еще не играл, у меня даже продолжить нет. Так, вот наш ку. Ку, да? Ку. Кукуй. Знаешь что, давай я погромче сделаю, я не слышу игрушку. Или я слышу? Так, ну он ходит, но я еле слышу, как он ходит. Ладно, пускай будет. Хорошо, так, мы умеем ходить, это уже плюс. Мы можем только влево и вправо ходить, допустим. Так, это кухня. Это часики. Это, да, это спальня. Так там, тапочки. Так, здрасте. Что, спать? А как спать? Е. А нахуя нам спать? Я только проснулся, зачем мне спать? Ева, она мать. Здрасте, блядь. А назад можно? А назад можно? Пустите меня обратно. А куда? Блядь, а как? Стрелками? А куда? Наверх? Наверх сможешь забрать? Да, блядь, послушай еще стену там. Окей, где там настройки? Настройки, клавиатура, геймпад, клавиатура, давай. Я не понимаю, так, а вверх, В, вниз, в смысле? Здесь ходьба... Допустим, так, стелс это С. Ага, ходьба по стенам это... Вот это... Ебать, смотри, как умеем. Смотри, как умеем. Мы можем ходить по стенам. Так, мы перевернули, мы теперь можем ходить по стенам. А что такое? А это проект, да? А ебать, громко. Не надо. То громко, то жарко, то холодно. Допустим, как я понял, мне сюда. Как я понял, мне сюда. Не знаю зачем, но я... Еще одна такая же фигня. А если нажать ее? Ага, стенка появилась, давай еще один переворот. Знаешь, такой пафос появляется, когда такое замедление идет, когда ты переворачиваешься. Хорошо, мы в каком-то замке. Видать, ищем какого-то ку, которому дали да. А это что такое? А это что такое? Ты кто такой? Инвентарь. Что-то надо найти, я понял. Так, эти тоже надо. Ага. Короче, рычаги должны найти. А нахуя? Ну, допустим, давай сюда. Еще. Ебать, что-то клацаем, что-то куда-то идем. Что-то интригует меня. А это меня не раздавит? А, туда нельзя, да? Спасибо, туда нельзя. А куда? А, что это такое? Найден новый объект, шестеренка. А нахуя мне шестеренка? А, типа туда надо три штуки найти. А где я еще найду? Где я, по-вашему, найду еще три шестеренки? Давай нажимай. Хорошо. Где я, по-вашему, найду еще три шестеренки? Сюда вставить? Да запросто. Так, давай. А как вставить? Ага. Ух ты ж, бля. Здрасте. Выбрать. Так, пробел, выбрать. Наверх. Наверх не поднимет? Выбрать. Ага. Хорошо. А типа мне надо спустить его, да? А как мне его спустить? А как мне его спустить? Пади. Ага, понял. Так, сейчас. Ага, это никуда. Так, отпусти. Значит, смотри, сюда. Теперь этот куб сюда. Теперь куда? Вот этот вниз. Теперь вот этот сюда. Сюда. Значит, сюда вниз еще. Значит, это сюда. А вниз нельзя. А, понял, сюда. Хорошо. Значит, смотри, первая головоломка решена. Типа наверх подняли. Все, куб сейчас опустим. Так, опусти его. Вот так. Вот так. Во. Хорошо, готово. Так, ключ есть. Забирай ключ. Ебать, большой ключ. А, это эмблема. Я думал, что за большой ключ.
спиздишь шестерем. Смотри, как как раз. Умный так шарит, куда надо. А теперь куда надо? А зачем мне ключ? Или погоди, может мне обратно? Типа мне... А сюда можно вообще пройти дальше? Можно как-то пройти по этому механизму или что-то такое? Нет, нельзя. Спасибо. Четко и ясно, четко и ясно, кратко и ясно. Значит, ага, мы падаем вниз. А может не надо падать вниз? Не, не, мы не падаем. Как я понял, мы тут вообще не будем падать. Значит, ну сюда шестеренку эмблема ключа не нужна, сюда шестеренку вставляю. А куда эмблему ключа деть? Здрасте. Ага. Хорошо. Типа, здрасте. Ну, чтобы сюда поставить, мне надо шестеренки найти, да, как я понял? А где мне шестеренки? А можно ключ поставить, нет? Отпусти меня. Хорошо. Значит, тут эмблема ключа, зачем? Погоди. А сюда разве не надо ключ в эту решетку вставить? Или она от механизма открывается? Что там видишь? Что там видишь, расскажи. Ебать, ты кто? Блять, балуй, ты кто, ебать? Блять, пиздюк вылез. С пакетом на голове, слышишь, это этот из Little Night мелкий, как его. Короче, я не помню. Опа, смотри, я нашел. Нормально так валяется просто. Короче, это из Little Night, видать, пацан с пакетом на башке, который пытался спасти свою возлюбленную, но мы проходили только первую часть, как я помню. И в этой первой части мы видели только девчульку в желтом. Блядь, что ж так громко? Опять же, то громко, то не громко, я не понимаю. Наверное, в наушниках все-таки лучше в такое орать. А где? Погоди, шестеренку пустил. Не помню. Не задачка, так хорошо. Блять, ну мне это не нравится, что я переворачиваю туда-сюда. А все, я вернулся назад, да? А если сюда пойти? А тут ящик мешает, я понял. А что нельзя ни туда, ни сюда? Типа лево-право, так я все серьезно. Либо у меня сломано управление, либо тут реально можно только лево-право ходить. Где еще шестеренки? Где еще шестеренки мне найти? В ящиках, может, сломай ящики, блядь. Хотя они там такие, что быть надо. А, тут ты не пройдешь. Да вон же, блин, этот сундучок, что ты его не хочешь трогать вообще? Что за принципы не трогать то, чего не требуется? Обычно, когда ты что-то ищешь, ты трогаешь все, чтобы его найти. Вон проход есть, иди в проход. Иди в дырку прямо, вон. Нет. Я не знаю просто, что с ним делать теперь. Ебать, сука. А что закрыли, а зачем меня закрыли? А что, открыли? Погоди. Хуя. А забери обратно. Не, давай я все-таки потише сделаю как-то. Слишком редкие звуки, так еще и... А все равно я сделал тише, а все равно громко. Да, пусть. Типа мне что-то открыли, да? Я понял так. Ну, допустим, спиздили шестеренку. А можно подняться без шестеренки? Нет, нельзя, я понял. А куда? У меня уже две шестеренки. Дайте мне еще одну. Дайте мне еще одну. Алло. Алло, гараж. Куда мне надо ставить? А, сюда, погоди, можешь ставить надо. Давай сюда. Нет, Серёга, а куда? Так, ну это мы уже получили. Где-то что-то мы пропустили. А, может, ключ надо было ставить сюда, получается, в этот механизм, в это кольцо. То есть вот тут вот надо вставить ключ. Правильно? Вот сюда. Сюда можно вставить ключ? Нет?
А куда? А куда тогда надо вставлять ключ? А там есть проход? Ну, вроде как есть проход, только я не знаю, можно ли туда пройти. Да, по идее, можно, чё бы и нет. Ну, пройди. Иди туда. Ну, почему ты туда не ходишь, блин? Вот прямо по дорожке, блядь. Вывется вот свои ножки. Ну, блядь, ну, чё ж ты туда не хочешь идти, а? Я тебя не понимаю, просто лысик, белобрысик. С хрена ли ты не хочешь туда идти? Ты идешь только по своим... По своим делам. И все. По своим делам топает и топает. Топает... Давай, а можно вот так пройти? Да ладно! А что тут будет? А нахуя мне так? А что это мне дает? А типа я... А погоди. А типа я мог... Да ладно, я мог так сделать? Я мог так сделать? Серьезно? А куда я теперь иду? Ну вот я спиздил. Куда я теперь иду? Ух ты! Смотри, смотри, куда попал. А тут надо две шестерки, да? А у меня две как раз. Нормально, нормально. Хорошо, мы нашли продолжение, значит. А тут где-то нам дадут еще одну шестереночку. И будет три штуки. Ага. Ну что, приехали, блядь. А схуяли у меня там черепок? А там что, а там ключ? Э, что, я должен туда глаз вставить, туда ключ вставить? А что это такое? Не понял. Здрасте, так ключ. Так, ключ вставь. Да, ебать, в ключ вставь. Опа, готово так. Ай, блядь, молоточки, да? Отбивнушку готовить будем. Чпок. Так, ключ. А потом черепок. А что с черепком делать? А как? А как его нажать? А как его, блядь, нажать? Как его нажать? Алло! Алло, блядь, как его нажать? А как его, сука? А, понял, так, сейчас понял. Смотри. Вот так. Так, теперь надо следующий поворот. Следующий поворот сюда. Значит, сюда. Теперь куда? Сюда. Теперь череп нажать надо. А как мне череп нажать? А, все, хорошо. Хорошо, теперь нормально. Я понял, типа назад идем, все хорошо. Головоломки, друг, пошли. Головоломки. Опа, и ключик готовый. И дверка открывается. Смотри, шазам, ебать. А что, открыли? А можно ее открыть? Чтобы, знаешь, не так стрёмно было. Идти туда, не знаю куда. Электричество. А что, не будет электричества? Ну, ебать, я ж так и знал. Я ж, сука, так и знал. Верните свету, блядь. Кто спиздил свет? Верните свет. Только не орите. Верните, только не орите. Иди на... Ебать, а ты кто? Охуйте! Нихуя себе! Это что, блядь, за... А это что за пародия света? Вы чё, ребята? Идите нахуй, чё за пародия света? Так, понял, сейчас вырубает свет, типа, стоим, сейчас свету вырубят. А почему у них есть пушки, а у меня нет пушек? Пизди. А, блядь, а нельзя? Серьезно? А чего, как? А как тогда пройти? А как мне тогда пройти туда? Допустим, врубила свет. Ага, она на звук еще реагирует. Я понял. Это типа какие-то страшники, да? Хорошо, ожидаем. Тогда ожидаем. Ожидаем здесь. Ага, первая лампочка готова, вторая лампочка готова. А что это за купальнички у них такие? Где вы уже, блядь, плавали, что такие грязные? Хорошо, так первую шестеренку давай пиздим. Пиздим первую шестеренку. Отход назад, сука! Давай, хорошо. Хорошо, так вырубайся, блядь, вырубайся. Хорошо, заебись. Ты ебай, знаешь, там не был.
Я не понимаю, блядь, как это сделать? Ну да ладно. Может, за шестеренками потом вернемся, конечно, я хуй его знает. Так, ну смотри, за тенью она не следит. За тенью она не следит, она не видит тени. Ну, в принципе, правильно, у нее голова горшок. Может, смотри, надо сначала шестеренки спиздить. А я не успею. А схуяли, я не успею. Тихо, блядь, ну дядя, За что? За что? Вот что я тебе сделал? Ну подумай, шестеренку спиздил одну. Ну, одну всего лишь. Так, стоять! Так, стоять, тут мы знаем. Тут мы ожидаем. Вторую нельзя, получается. Мы не успеваем вторую. Может, сначала надо вторую, потом первую. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Да ну еба! А как бежать? Это налево шип-то? А ну-ка, побежали. Да ладно! Ебать, да ладно, а что так можно было? Ебать, а что так можно было, что ли? Серьезно? Давай, ебать. Спиздил одну, побежал. Хорошо, я понял. Я понял вашу систему, ребята. Все. Хуй вам теперь не словите никогда. Надеюсь, будет еще контрольная точка, хоть одна. А то тебе, блядь, давай назад. Так, новый объект. У меня три шестеренки. Три, друг. Три шестеренки. Почему я не могу передвинуть камеру? Почему она автоматом? Зачем мне тогда мышь? Тихо! Так, блядь, мышка. Я чуть не побежал. К ней на свет! Три, твою мать. Что ж ты творишь? Вроде ж все хорошо было, подруга. Да выпрямься ты. А, так выпрямлен, да ладно. Они что-то танцуют. Понимаешь, они что-то танцуют. Хорошо, первая готова. Первая готова, так ожидаем. Ожидаем, ожидаем вторую. Ожидаем. Вырубай. Молодец. Да забирай. Беги. Беги, сука. Хорошо. Хорошо, жалко, что я не вижу. Пацан, что видишь? Что видишь, пацан? Давай, говори. Говори, блядь, пали быстро, что ты видишь? Да еба! Да ты что ж ты творишь, подруга? Ну за что? Вроде ж все этот, проработали уже. А, погоди. Ебать, беги! Хули ты стоишь? Смотри, сразу бежим, забираем одну. Вот, тихо, отпиздил и ушел, называется, нашел. Все. Нету. У-ху! Ебать, выклятывает. Почему он мне ничего не говорит, что он там видит? Знаешь, так подсматривает. Одним глазком, блядь. Только я не вижу нихуя. Когда он там свет вырубил? А, они уже врубают. Дай бомба. И чё? Обратно еби! Давай, хорошо. Так, смотри, сейчас надо будет по фасту пробежаться, ребят. Сейчас надо по фасту пробежаться, чтобы не спалили. Пошел! Да еба... Да это невозможно, в смысле? Я то есть побежал, и все. А тут пробежал. А как это работает? Как это, сука, работает? Не понимаю. Так, спокойно. Вырубать. Хорошо, фонарик свой вырубил. Хорошо, так потушило. А, еще раз посмотреть сюда. Да, вот посмотрела, хорошо. Забрали. Так, отойдем. Отойдем вот так где-то. Так, тихо, давай вот так вообще. Чтоб стопудово не заметило. Пошел! Да! Ебать, друг, я прошел! Я прошел! Так, хорошо, что теперь будет? Что теперь будет? Что теперь будет? А сюда надо, наверное, вставить, да? А то я не вернусь на свою позицию. А, я все равно прохожу, да?
Хорошо. Оно ж не сработает, правильно? Сработало. Хорошо. А ты кто, блядь? Ты, блядь, кто стоишь такой интересный, а? Ты не спиздишь мою шестереночку, мелкий? Мужик, тебя не смущает, что тут пиздюк стоит, смотрит на тебя, блядь, а? Он сейчас шестеренку спиздит и уйдет. Я тебе отвечаю. А что это такое? Откуда полетел? Блять, куда улетел? Ну ладно. Здрасте. Я понял, бежать время. Время бежать. А, все, загрузка, окей. Блять, как эти бабульки хотели моего мужичка? А чё, проснулся? А это кошмар был или чё, я не понял? Голова 2 разблокирована, схуяли. Это что, кошмар был, да? А вниз? Лёй, будь, а чё, это твоя... Ага, это твоя квартира, типа. А почему, а где дверь? А где... Погоди. Во-первых, что это, блядь, за дыра в ванной? Во-вторых, где, ебать, твоя дверь? И типа, чуется дыра. Ты уже в кошмаре, друг, алё. Ты подумай. Так, глава 1 пройдена, да? Значит, пошли вторую проходить. Пошли. Вы знаешь, такая душа, ебать, высосала душу. И ты тут оказался. Ведрясь. Ха-ха, ебать. Лифтецкий, здорово. А, это поезд! Это поезд, ебать, друг, это поезд был. Побежал. Мы в метро! У-у-у! А куда крутить? Что это было? Да я. Не то. А нахуя? А типа. Ага. Понял. Ага, тут что-то надо. Да пойди, я не понял прикола. Так, здрасте. Мы наверх. Здрасте, блядь, мы наверх. Так, это что такое? Старые наручные часы. А зачем мне старые наручные часы? Зачем мне часы ваши, а? Зачем? Вот что, я тик-так, блядь, буду этот время смотреть, да? Типа, когда проснуться, я, если что, пойму по часам. То есть я не по кошмарам пойму, а по часам пойму, да? Так, что это такое? Маленький ключ. Объект маленький. А нахуя мне маленький ключ? Допустим. Так, а это зачем? А, погоди, сюда нужно. Часы. Ключи. Да ладно, а куда? Побежал! Нет? Ну ладно. Ага, я понял, а может так? Давай, переворот. Да ну, вряд ли. Пусть теперь в другую сторону идти. Хорошо. А, пойди, понял. Смотри, сейчас мы крутим, получается, да? Сейчас мы крутим в другую сторону. Так, стоять. Во! Ебать, во. Смотри, вот тут. Типа, с другого ракурса теперь идем. Не знаю, нахуя? Ага, вот сюда. Так, что тут? А тут проход. А проход нахуй. Бля, ну серьезно. Хорошо, давай еще в другую сторону покрутим. Где мы будем подбирать? Не тут. Не тут. Вот тут. Хорошо, смотри, линии. Линии поезда меня отщекнут. Ебать. А это как работает? Да ладно, сюда можно было пройти? А это туалет. А это часы. А это ключи. Здрасте. Что мы забрали? А, коробок спичек. А нахуя мне коробок спичек? Что-то собираю, блядь. Не знаю, зачем оно мне, но собираю. Хорошо. Давай сюда. Сюда ты хочешь? Сюда ты хочешь. Сюда ты, мать. А ты, блядь, не хочешь. Ну, тоже как вариант. Если не хочешь, то не иди. Так, мне нужна стена. Стена, хорошо. Стена, да, блядь, стену, да. Хорошо.
Бой слишком громкий. Бой слишком громкий. Так, еще раз. Вот так. Почему поезд слишком громкий? Поезд не должен быть громким. А спичечный коробок. Да ладно, его можно сжечь? Серьезно? А ну погоди, а я хочу туда. Не знаю, нахуя. А, я понял, мне сюда не надо даже, да. Значит, все-таки сюда надо. Так, давай потише все-таки делай, блядь. Громко. Громко, ебать, громко. Еще тише сделал, представь, еще тише сделал. А-та-та-та-та-та, блядь! Ну что ты творишь, а? Еще мне делать? Часами, блядь. Ебать, часы помогли! А куда съебались? Ебать, часы помогли, друг! Я не ожидал такого! Я не ожидал, что он возьмет часы и увеличит их, блядь, до своих размеров, что ты сможет пройти. Здрасте, вставят букву Т. Все, блядь, он от рычага готов. На! На! Все, пошли, блядь. Все! Глава пройдена, серьезно. Не говори, что глава пройдена. Не говори, это реально. Давай эту главу из двух частей будет. Потому что это будет слишком короткая, чисто головоломочка. Это даже не... А, все, серьезно, глава пройдена. Ух, ска! Две главы прошли. Две главы прошли. Ну, видно, я в первой просто слишком долго тупил. Первое слишком долго тупил. Давай-ка посмотрим оглавление. Значит, первая, вторая, третья. А что, все? Вот такая короткая игрушка будет? Типа, где-то на три серии по полчаса? Или сколько? Погоди. Если две главы, полчаса будет, то есть, сколько у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, семь глав, ну, где-то, да, две, три серии, может быть, но если я буду тупить, в принципе, можно было бы и за час, наверное, пройти все главы. Короче, посмотрим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео, подписываемся, ставим лайк, комментируем, всем спасибо за просмотр, всем пока!